Ну что же, здравствуй, мальчик, с тобой снова я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение игры GTA 5. Ну что же, у нас на очереди третья серия. Эту миссию буду проходить я за Майкла, и, собственно говоря, иду я на миссию. Разумеется, я туда телепортируюсь, чтобы не занимать твое время. Хочу тебе сказать сразу, что... Все-таки в GTA 5 у меня будут некоторые проблемы с транспортом. В общем, не решил я никак эту проблему. То, что когда начинаешь садиться в транспорт, едешь на огромной скорости, начинает игра просто жутко фризить. В общем, на кадры прерывается. Но это потому, что грузится текстура, и эту проблему я не исправил. Так что, мальчик, привыкай к этому. С этим уже ничего не поделаешь. А, это что? Охренеть, что это такое? Это что такое? Что это? Погоди, что это такое? А, это... Блин, это просто мечи. Я думал, это фалоимитатор, она им, короче, себе, ну ты понимаешь, что. Блин, вот это я озабоченный. Я такое сейчас подумал недавно. О, ну вообще я, блин, ёб. Так, ладно, сейчас какую-нибудь тачку поймаем. И я поеду на миссию Майкла. Давай. Тебе не учили, что нужно старших уважать и останавливаться. Ладно, все. О, блин. Блин, что-то я время много теряю. Вот, все, давай, остановись, быстро, быстро останавливайся. Все, давай, выходи. Так это что, гей, что ли? Что ты на женщину похож? Ты что, охренел? Ладно. Ну закрывай, Майкл. Ну что тебе так не продумали? В общем, все, я еду на миссию Майкла. Сейчас я. Не знаю, телепортироваться, не телепортироваться. Так. В общем, вот миссия Майкла. Мы так далеко, ё-моё. В общем, да, я на нее действительно телепортируюсь. Все, увидимся уже на миссии Майкла. Мы уже проехали гараж. А вот и новая миссия. Вот там показывают дом Майкла, знакомят нас с этим домом. Вон он, гараж слева, можно там сохранять машину. Как и в других частях GTA. Вот тут можно сохраняться. Спя на кровати, как в GTA 4. Так тут на этот раз дом лучше, а не тот с тараканами, что у Никубелича. Тут можно переодеваться, нам тут показывают, в общем. Такие вот дела. Тут можно, в общем, отдыхать, тут у камина. Тут можно себе что-то готовить, какую-то еду. Так, ну, в общем, вот так, вот такие вот дела. Ну что же, а мы сейчас идем на миссию Майкла. Потому что сохраниться нам не получится. Когда мы зайдем в дом Майкла, начнется же миссия. Ну что же, а мы сейчас должны смотреть ролик, ну и смотрим. Миссия называется у нас «Отец и сын». Смотрим, я умолкаю. Чё-то я так быстро проснулся. What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if
If you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Ну вот начинается миссия. И вообще не понял, о чем мне там говорили, потому что мне загораживала вся веб-камера. Так, нам звонит Джимми, походу сын Майкла. Dad, shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Итак, в общем, сын Майкла на яхте, а яхту украл какой-то большой грузовик. Нужно освободить яхту и освободить Джим. Мы туда отправляемся. Блин, я же говорил, что будут эти вот лаги, блин, при движении автомобилем. Такие вот дела, блин, будут по шинде. Так что уж извини меня. Будут фризы на дороге. Я тебя предупреждал. То, что догружается текстура. About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'ma help you get this boat back, right? That you are, my friend. Майкл, я, конечно, все понимаю, что хочешь использовать слоумо, но не надо. Это плохо получается в плане лагов. Ну что ж, вот мы и прибыли. Сейчас мы должны освободить Джимми. Освобождаем Джимми, он сейчас попал в беду. Ну что же. Наш сын Джимми, как всегда, не накатался и попал в беду. И, как всегда, Майклу нужно его выручать. Ну, в данный момент и Франклину тоже. Вот, начинается миссия за двух персонажей. То есть, как бы сказать, кооперативчик такой небольшой. Мы должны освободить нашего Джимми. Так, быстро едем. Ну, куда ты прешься, эта тварь, машина, блин? Так, сейчас нужно, чтобы Франклин уцепился. Оп. Теперь нужно... Так. Ой, ё-моё. Будете знать, захватывать чужую яхту, суки. Это вам не заел визин. Я тут не испугаюсь, так что меня тут не напугаешь. Так.
Машина что-то дымится. Застрели вора. Все, вали отсюда. Свой унитаз, ты же так живешь. Загоните явку. Да сволочь! Блин, быстрее едем. Как они сейчас слышат друг друга с такого расстояния? Да какого, кстати, грузовиков-то, твари, блин? Уйдите! Я так поставил транспортный поток на 0%. Давай, быстрее. Это напоминает миссия Сан Андреас по Шенди, помнишь, там действительно нужно спасти? Вот он так же, точно-точно цеплялся, так же, помнишь? Последняя миссия Сан Андреас. Вспомни. Вот он, Франклин, давай сейчас мы его тоже должны уцепить. Блин. Сейчас яхта уйдет. Ну. Эта машина может ехать быстрее. Повезло нам. Быстрее догоняем. Джимми, ну ты попал в такую ситуацию. Опять мы за тебя в полной жопе, блин. О-о-о. А дело-то плохо. Машина в полном дерьме. Да. Впервые Джимми сказал лестную вещь. Скажи спасибо, что ты сына не лишился. Прикол, да? It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, could you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dawg. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Мы доехали. So you sure you're good? Yeah, I got this. Right. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You go and get your head right, all right? Cool. All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Так, вот снова переключаемся за Франклина. И теперь нужно починить нашу тачку. Да, в отличие от GTA 4, тут есть такие автомастерская, с помощью которой можно тюнить свою тачку, прямо как в настоящих гонках. Ладно, все это мы перематываем. Починить эту машину Аманды. Так. Не та ли это самая Аманда из Марвела? Хотя не знаю. Да, тачка в полном дерьме. Ну что ж, сделаем из этого говна настоящее чудо. Давай. Покрасим его в розовый цвет. Ремонт. Окраска. Ну, что не показывается? Матовый.
пурпурная. А, вот. Классическая. Да нет. Основной цвет, вот. Ух ты, вот это вот вообще тут. Во. Этот цвет мне нравится. Цвет машины настоящего сутенера. Так, ладно, все, выезжаем отсюда. Все, так, у нас в ячейке автосохранения находится файл. Так. Доберитесь до дома Майкла. Ну поехали до дома Майкла. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Так, нам главное её не повредить. Так что сбавим скорость. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, вот так вот вляпался, в общем, сценишка Майкла, да, по самую задницу, так сказать. И мы его оттуда вытаскиваем. Блин, я не хочу тачку повредить. Вот только что ее починили, тупой стол. Вот сам будешь говорить о Манде, что повредил ее тачку. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man, well... Просто доезжаем. Like maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Да, люблю эту способность Франклина. Офигенная. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Yo, они вечно болтают. So, like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just, like, choppy, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Да. Новый контакт Майкл, новый контакт Джимми. Молодец. Отец и сын выполнены. Ну что же, миссия была довольно сложная. Да. Ну, точнее, нет. Какая сложная. Это легкотня. Что я говорю? Что я там? Просто, ну да, блин, в общем, лаки были из-за того, что я на машине когда ездил. Ну, блин, не знаю, как это исправить. В общем, буду в Ютубе искать конкретно, чтобы эту проблему, чтобы исправить. Чтобы не... Вот сейчас нормально работает, а когда я начинаю ехать на машине на высокой скорости, начинает подлагивать. Прогрузка текстур. О, Симон, что же нам скажет? Интересно, может он простит? Hey, look, man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Ну, вот такие вот дела. Да уж. Ладно, давай сохранимся. Джимми, йоу, Франклинштейн. Я тебя добавил в Life Invader. Принимай приглашение. Пиши, когда захочешь, брателло, когда хочешь, и мы затусим. Ну, молодец, возьми пряник с полки. Ну что же, а мы сохраняемся в папку... Реквизиция. Все. Очередная у нас следующая миссия за Франклина под тем вон вопросиком, который изображен. Сейчас мы туда проложим путь.
сюда, да? И, собственно говоря, отправляемся. Отправляемся туда. И, разумеется, туда уже тпшнусь, то есть телепортируюсь. И уже окажусь там. Так, ну вот мы и почти приехали. И смотрим ролик. Одолжение. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Show him everything. В общем, нас эта подружка, Тоня, или как там ее зовут, после нашего какого-то одолжения, чтобы мы привезли тачку ее какого-то знакомого, Джей, или как ее зовут, этого знакомого. Так, в общем, отправляемся туда. Ну, вообще, такая, в общем, я бы даже не сказал, что это полноценная миссия, это, скорее всего, какая-то мини-миссия, Ребята, вы тут переборщили с диалогом, я ничего не могу вставить, ни слова вообще. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. В общем, едем. Мы сейчас вот сюда. Тут у нас стоит эвакуатор. Let's go bring the cha-ching, homie. И мы в него садимся. Почему мы должны эвакуировать тачку, так как не знаю. Походу, судя по миссии, в саму тачку сесть нельзя. Либо она не работает, либо она, значит, сломалась, поэтому нужно ее эвакуировать. Нельзя же они берут этот эвакуатор, так сказать. И мы туда отправляемся. Здесь это не очень далеко. Ну, такая обычная миссия, такая на расслабончике, тут ничего такого сложного не будет, просто эвакуировать тачку. Sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Ну вот, мы почти добрались. Машина называется, объясню даже, что она брошенная, то есть как бы ее уже нельзя завести, то есть она поломана. Okay, I've seen JB. Неужели так можно было заботить свою машину до такой степени, чтобы она аж не могла завести? Make sure the hook is down, and it should slide right in. В общем, просто становимся сзади, вот так вот делаем, и нажимаем левый shift и левый control. Точнее, либо левый shift, либо левый control, да? Ну, погоди. Control, да? А, все. Все, зацепили. Теперь едем, в то же место. Я сказать ни слова не могу. Вы можете заткнуться, ребята, пожалуйста, хоть на 5 секунд. В общем, довозим тачку. Теперь в то место. Рокстар, вы гады в этом плане. Извините меня, пожалуйста. JB smoking, but he ain't smoking. Homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Все, оставляем машину в указанной зоне. All good, Franklin. Unhook that thing.
А, чтобы отцепить. Все. You holler at me. Now, where is that fool? Все выполнено. Так, ну все, в общем, прошли мы эту миссию, довольно такая была она. Блин, как же ненавижу, когда просто разговаривают, блин, и невозможно ни слова вставить. Я говорю цель миссии, они начинают базарить. Ну вот это мне реально уже не нравится. В общем, ну что же, мальчик, прошли мы две миссии, как и полагается. Это была третья серия прохождения игры GTA 3. Блин, вот в чем плюс GTA 3? В чем плюс? Именно GTA 3. Потому что плот едет, он молчит, он не разговаривает, можно спокойно комментировать игру. То есть он один едет всегда. В общем, можно спокойно комментировать игру. Нет же, начиная с Vice City, все. Капец. Невозможно комментировать. Просто невозможно. Только вне миссии. В общем, ну что же, мы сейчас сохраняемся. Так. Так, куда мы сохранимся? Мы сохранимся. Отец и сын. Да? Да. Ну что же, мы сохранились. Можем зайти сейчас в интернет-кафе попробовать. Так, что у нас? Почта есть. Да, это не то. Сейчас смотрим в интернет. Так, что у нас тут есть? Такого хорошенького. Поиск. Погоди, нас добавил Джимми в какой-то... То есть Джеймс в какой-то... В какую-то социальную сеть. То есть, да? Деньги и услуги. Скоро у нас, кстати говоря, откроется, по-моему, какая-то тут контора, которой можно будет пользоваться. Погоди, а где же и развлечения? А Life Invader. Вот Life Invader, да? Вот он, Франклин Клинтон. Клинтон, блин, Клинтон. Старзана, сука. Вот, смотри, у него есть друзья. Список друзей. Ламар, Симон, Тоня, Денис, Клинтон, Гарольд, Стрэч. Никогда такого не видел. Джозеф. Джозеф из Evil Within. Ну, это же нигер, а тот был не нигер. Таниша. Ну, не тут до хрена друзей. Давайте посмотрим на Джимми. Где же наш Джимми? Или вот тут нет? Погоди, как нет Джимми? Мы же... Странно, подожди. Друзья. А где же Джимми? Он нас добавил уже в эти... В друзья, как бы, да? Почему? А где же тогда? Сообщение. Охренеть, сколько тут мы пишем. Такого, кстати говоря, не было в GTA 4, скажу сразу, да? Эта страница закрыта. Друзья. Вот она, та самая, которая... нам дала сейчас задание. Погоди, а где же этот самый? Ну ладно, что-то Джимми мы найти как-то не можем, странно. Вот ему говорил, добавил нас в Life Invader, мы его найти никак не можем. В общем, Life Invader это наподобие такая социальная сеть, как вот у нас вот сейчас вот это Одноклассники, ВК, вот это все, в общем, там у них такая херня. Не знаю, может быть и в самой Америке такая херня есть, вот они, наверное, добавили. Не знаю, в общем, тут такие вот есть социальные сети, тут разные развлечения, в общем, ну что показывать. Конечно, интернет сам по себе такой же, как в GTA 4, но возможностей тут, разумеется, намного больше. В отличие от чем от GTA 4, тут можно много всего делать. Ну, в общем, ладно, мы выходим из всей этой херни. В общем, пока мы тут лазили, уже ночь наступила. Ну, в общем, мальчик, все, если тебе понравилось, я... Очень сильно постараюсь к следующей серии убрать вот эти вот проблему. Это лаги при езде на машине, вообще на любом транспорте. Постараюсь ее убрать, в общем, ну, как получится. Если получится, получится, не получится, ну что ж, такова судьба. В общем, с тобой был я, Кирилл, и с тобой, Димыч Андреевич, если вообще смотришь это видео. Оценивай видео, это была третья серия прохождения игры GTA Grand Theft Auto 5. Все, удачи вам и пока.